есть вопрос поважнее, который ты почему-то себе ни разу не задавал. Кто ты такой? Потому что ты не профессор гиперхименик. Okay, down, Igor. Это я. Синуэ, синуэ. Хеткин. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 men made, these were friends with bitter eyes. Обыскивая убежище таракана, ты не стал. И Оливер и тут что ж то? Михаил хотел. Ты спас Михаила от. Михаил попросил. Михаил уговаривал. Давай изменим. Нашел. И где? Скоро обкручать! Что? Око! Это безумие. Я в ку... Это, блин, полный идиотизм. Я не собираюсь стрелять, не зная наверняка, кто на борту. Может, там женщины и дети. Откуда нам знать? Давай-ка соберись, дружище. Все, кто здесь, все в этой вертушке, все они за нас. Каждый из них заслуживает смерти за то, что они сделали со мной и моими друзьями. Понятия не имею, о чем ты. Я не собираюсь этого делать. Okei, toi oli semmonen, että... Itse, pitääkö mun nyt jättää semmonen vai enki? Ты отправился на базу, ты не поверь. Давай изменим. Мне плевать. Игорь! Я после... Игорь! Хотите... Ладно, Таня, на... Послушай! Заткнись! Не дел. Безопаснее всего было бы убить вас. Но я остав... Увидим. Конечно! Таракан ей тюкенет тоста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У тебя и твоей команды ты решил пох... Козлов обвинил Оливера в предательстве. Козлов и... Черный сталкер назвал тебя марионеткой. Давай изменим... Я говорил тебе возвращаться в Британию, Игорь. Но ты не прислушался. Что ж, в каком-то смысле это объяснимо. Ты все время лезешь в чужие дела. Эдакий Джокер в нашей игре. Невозможно угадать. Окажешься ты на стороне героев или крыс. Что за бред? Думаешь, я не в курсе, а вот тут... Откуда ты? Ты правда, может... Крыса? Тебя используют. А ты зачем? Ты безумный. Слушай. Ты лжешь. Но это правда. Ты заблуждаешься. Он мне...
Семенов бы никогда. Но я видел Татьяну своими глазами. Она говорила со мной. Чего ты ждешь от меня? Сочувствие? Семенов организовал твое триумфальное возвращение. А ты угодил в его ловушку. Впрочем, сложно тебя за это видеть. У тебя благородные цели, но твоя наивность опасна. Очень жаль, что ты этого не понимаешь. А Семенов... Семенов безумец с комплексом бога. Мастер манипуляции, которого нужно остановить. Musta Starcraftista on Semonov. Okei, niin tää haluaa. Я уж было думал, что он порубит тебя в капусту и скормит свиньям. Я бы, к примеру, так и сделал на его месте. Короче, здорово, что ты сбил его с толку хотя бы на время. Воздай хвалу великому крысолову. Да уж. Не волнуйся. Я никогда бы не поверил, что ты крысиный король, или... Но теперь мы точно знаем, с чем сражаться. Послушай меня, Игорь. Мы обязаны его уничтожить. Окей, таракани тюккас тоста. Taas nyt, no okei, Mikael ja Tarkan tykkää, eli ne on ainakaan lähdössä todennäköisesti. Oliver tykkää, ehkä se ei ammu mua päähän sitten. Uudestaan haistille. Putkettamalla voitto. Послушайте. Но я не дать, но мы на что не я не пойти. Так. Нар, но опытный. Я то электро. Хакером я. Нужно ж. Я не с такой. О чем тут раз. И последний. Да я гадаю, я знаю. Ну что? Ты уже пробовал и потерпел поражение, Игорь. Ага. Возможно, есть более надежный путь. Давай я тебе кое-что покажу. Ага. Татьяна путту асиаа. Спасибо за доверие, Наровц, кто он? Я... Так. На, но опыт... Я тот, кто электроник. Хакером я... Нужно, чтобы кто-то прик... Я не слишком такой... О чем тут раз... И после... Я гадаю, я знаю... Где мы можем тесто мута на это? Ну что? Все решения, которые ты принял в ходе операции, сейчас перед тобой. Осмысли и измени их, если захочешь. Обдумай свои ошибки и постарайся исправить их. Заверши эту операцию и найди меня, Игорь. Ты попал в комнату с чудовищами благодаря взрывчатке Сашку. Здравствуй, Игорь. Я тебе... Можешь не прятаться в тени. Давай, побеседуем.
Да, все уже ему новый. Семенов? Ты же сказал, что не хочешь во всем этом участвовать. Я жду объяснений. Ха-ха, ты просто чудо, мой мальчик. Да, задавай свои вопросы. Ты здорово постарался, чтобы заслужить это право. Где Таня? Ты всегда знал, где она. Здесь. Но это неправильный вопрос. В смысле? Ты должен спрашивать, что она такое? Если ты причинил ей вред... О, хватит! Прекрати играть роль наивного влюбленного щенка. После всего, что ты видел, всего, что ты понял, не позорь себя этими романтическими бреднями. Я поясню, если у тебя не хватает смелости самому сделать вывод. Татьяна — важнейшая часть эксперимента с Чернобылитом. И всегда была. Да, были другие кандидаты, но судьба распорядилась так. Это было ее предназначением с самого начала. Мы используем Татьяну, чтобы создать стабильную червоточину в мир Чернобылита. Она отправится туда и поможет нам добраться до ядра. С ее помощью мы возвестим начало новой эры человеческой цивилизации. Это безумие. Нужно было сразу убить тебя. Господи боже, этот взрыв праведного гнева должен меня впечатлить? Забудь про слезливые сантименты, Игорь. Миру давно плевать на такие вещи. Есть только одна истинная сила. Перемены, рост, эволюция, исследования, новые открытия. Все остальное — подмена, попытки оправдать бессмысленное, жалкое существование. Это не для меня, мой мальчик. А ты... Моя самая большая ошибка. Ты знал? Я совершил ошибку, когда отпустил тебя. Тебе суждено было стать особенным, по-настоящему особенным. Такое мышление, такие таланты. И весь этот потенциал был растрачен на пустые сентиментальные порывы. Я подвел тебя. Да, не нужно со мной спорить. И за это я прошу прощения. Я спасу Татьяну. Не стой на моем пути. Я не убью тебя. Пока что. К сожалению, я вынужден отказаться. Я больше не могу позволить тебе вмешиваться в мои дела. Прощай, мой мальчик. Да что с тобой такое, Игорь? Нельзя быть таким безрассудным. Ну как можно было этого не предвидеть? В этой реальности судьба твоего союзника предопределена. Единственное, что ты можешь сделать, понять, что к ней привело. Окей, Семонови ei saa olla hengissä. Проклятие! Да уж, херово! Оливер! Мы должны ему помочь! Для него все закончилось, Игорь! Но нам нельзя сдаваться! Sen tarkan. Tuosta Oliver on kuollut, se ei voi pettää mua, jos on kuollut. Теперь, любимый, пора использовать этот навык. Пробуй, ошибайся, делай выводы, повторяй. Вы слышали команду? Вперед! Приказ был защитить лабораторию. Черт, похоже, придется пробиваться с боем. Эти люди
Последнее препятствие между мной и Татьяной. Нельзя отступать. Я прорвусь туда с боем, если понадобится. У меня есть идея, Игорь. Я знаю, как с ними разобраться. У меня еще осталась взрывчатка. Я могу проскользнуть мимо солдат и взорвать главный бензобак. Поверь, я не спешу на тот свет, но другого выхода не вижу. Сука! Вот это отстой! Жаль, что никто внутри не может отвлечь внимание этих уродов! Внимание! Всем подразделений! Что за... Говорит генерал Козлов! Всем подразделениям! Отступаем! Козлов, немедленно покинуть здание! Это приказ! Козлов, его так долго не было слышно. Я думал, что он погиб. Генерал не любит ждать! На выход! Бегом! Эй, Игорь! Глеб передает вам привет. И пока тоже. Козлов? Племянник рассказал, что вы для него сделали. Попросил меня помочь вам в ответ. Мне всегда было сложно отказать этому мальцу, так что сегодня вам повезло. Мы с Глебом уезжаем отсюда навсегда. Отправимся так далеко, что даже Нар нас не найдет. Я бы посоветовал вам поступить так же, но знаю, что вы не прислушаетесь. Удачи, Игорь. Желаю найти то, что вы ищете. Спасибо. Удачи вам обоим. Здесь и следите за периметром. Тут я пойду один. Татьяна! Наконец-то! Так-так, профессор. Игорь, мой любимый, мой малыш. Столько лет прошло, но я нашел тебя. Наконец-то нашел. Ты знал. В глубине души ты знал. Я звала тебя все эти годы. И ты ответил. Но как? Ты не должен был приходить. Это ошибка. Ты принесешь всем нам горе. Мой бедный маленький мальчик. Мы вместе. Наконец-то. Освободи меня, любимый. Выпусти меня. Как ты меня назвала? Не понимаю. Что я должен сделать? Ничего нельзя поделать. Ты должен положить этому конец. Нам обеим мы ошибка. Мы чудовище. Закрой портал. Уничтожь связь. Какую связь? Наша связь. Сильнее всего в этой вселенной. Ее нельзя уничтожить. Ее нужно завершить. Это наша судьба. Иди к реактору. Найди то, что ждет тебя там. Мой любимый. Что найти? Не могу больше ждать. Пожалуйста, просто дай мне умереть. Я больше не могу. Таня. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Татьяна. Ты еще здесь? Борис. Помоги. Умереть. Игорь. Ничего не понимаю. Проклятие. Реактор Чернобылит. Что же делать? Черт. Я должен разобраться. Mitä tuolla käy, jos portaali tuhotaan? No, Oliveri ei nyt tullut, koska se on kuollut. No, Petturista voin päästä noinkin eroon tietysti.
tiedä, pystyykö tän ihan täydellisesti. Kyllä tän kai pystyy täydellisesti pelaamaan. Kukaan ei kuole, mutta... No. Долго ты сюда шел, Игорь? Не морочь мне голову. Ты ответишь на мои вопросы. Как скажешь. Раз уж это наша последняя встреча, позволь сначала я задам тебе вопрос. Ладно, только быстро. Чего ты на самом деле добиваешься, Игорь? Все это произошло из-за Чернобылита. Я должен уничтожить его раз и навсегда. Возможно, тебя это удивит. Но наши цели, в общем-то, совпадают. Каким это образом? Мы пытались достичь одной и той же цели. Но все это время воплощали чужие планы, сами того не зная. Планы Чернобылита. Да ладно, старина. Я слишком многое пережил, чтобы купиться на такую чушь. Давай начнем с самого начала. Ты знаешь, кто я? Конечно, знаю. Борис, ты был моим лучшим другом. А потом решил предать меня. Отобрать у меня Татьяну. Борис мертв. Я убил его. Той роковой ночью, 26 апреля 1986 года, и выдал себя за него. Куда ему и дорога, гребаный предатель. Выдал себя? Зачем? Но есть вопрос поважнее, который ты почему-то себе ни разу не задавал. Кто ты такой? Потому что ты не профессор Игорь Еменюк. Окей, это он, Игорь. Это я. Синуя, синуя. Игорь Еменюк. Я изменил имя только для того, чтобы защитить тебя и твою мать. Защитить меня? Ты постоянно пытался меня убить. Если бы я хотел тебя убить... Я бы сделал это, еще когда мы впервые... Тää on aina haluttu ottaa kiinni, tää Игорь. Хватит уже говорить за гадом. Сотилата пытается ottaa sitä kiinni, eikä tappaa. Я знаю. You are me. Hetkinen. И мне было тяжело. Ты... Это... Я... Татьяна... Не твоя невеста. А моя. Все, что ты знаешь о ней, все, что ты помнишь, ничто из этого тебе не принадлежит. Ты живешь чужую жизнь. Мою жизнь. Ты мой клон. В каком-то смысле. У тебя мое тело, мой мозг, мои навыки. И самое главное, мои воспоминания о том, что было до аварии. Как ты, о чем ты говоришь? Как это вообще возможно? Татьяна не могла иметь детей. Для нас это было трагедией. Но когда Семенов арестовал ее после провала с другой, она забеременела. Сначала я решил, что отец ребенка Борис, и разозлился на нее. Но это была очередная ложь Семенова. Ему нужно было, чтобы я остался на проекте, изучал Чернобылит. Так что он сделал Татьяне инъекцию нанораствора. То, что случилось дальше, не знаю, как и назвать. Ага. Непорочное зачатие. Она родила мальчика. Тебя. Физически ты развивался намного быстрее других детей, но твой разум отставал. Ты был... В каком
чем-то смешно особенным. Чернобурит оказал на тебя непостижимое влияние. Я никогда не считал тебя своим сыном. Ты пугал меня до смерти. Я не знал, что с тобой делать. Но Семенов, очевидно, собирался ставить над тобой эксперименты. Или может скрыть тебя и покопаться в твоих внутренностях. И вот однажды ночью Татьяна, твоя мать, связалась со мной телепатически, хотя ее тело лежало в коме. Она умоляла меня отвезти тебя в лес. Так я и сделал. То есть ты утверждаешь, что я сын Татьяны, которого ты бросил в лесу в 1990-м? Но это невозможно! Невозможно! Я ничего подобного не помню! Конечно, не помнишь. Ты выглядел как подросток, но разумом не отличался от младенца. Помню, я дал тебе свитер, который Татьяна мне связала. Той ночью было холодно. На свитере было мое имя. Свитер? Он был у меня в лагере. Я был в заточении и... Да, это могло послужить триггером. Твой разум начал перестраивать сам себя. Почему ты стал мной? Могу только догадываться. Может, ты был собран из мечтаний Татьяны, ее ожиданий. Удивительно. Раньше я называл такие рассуждения псевдонаукой. Думаю, процесс как-то ускорился из-за чернобылит. Но она... звала меня все это время. Она хотела, чтобы я оказался здесь. Боюсь, тебя одурачили, мой бедный мальчик. Нас всех одурачили. Тебя звала не Татьяна, а оно. Чернобылит? Но эти образы, голоса... Чернобылит, ты хвалаешься попало, да. Не знаю. Твоя мать — твоя главная слабость. И это существо воспользовалось ей. Оно хотело, чтобы ты пришел сюда. У него были на тебя планы, и я не могу дать ему победить. Она кварма. Сикси сину нон квалтова. Кусочек чернобылита. Это не галлюцинация. Они были реальны. Без них я бы не смог собрать свой генератор портала. Это наверняка Семенов. Подонок. Он тоже хотел, чтобы ты вернулся сюда. Он так и не смирился с твоим исчезновением. Хотя это уже не важно. Я правда надеялся, что ты будешь держаться отсюда подальше. Но теперь... уже слишком поздно. Я не могу допустить, чтобы ты взаимодействовал с этой сущностью. Только один из нас уйдет отсюда живым. Она кому-то вертает, его там. Давай обсудим. Мы только что обсудили. Прощай, сын. Игорь. Мне жаль, но... другого выхода нет. Ага. Кипа. Сделать.
будет быстрой! Ради Татьяны! О! Мне это не доставляет удовольствие! Но я делаю то, что должен! Зачем ты все усложняешь? Я не позволю тебе причинить ей боль. А, это за хелтия. Taistelun. Ja Chernobylitissa taistelun seuraavaksi. Tuo tulee nyt aika... Последнее время я это часто слышу. Илай. Откуда у тебя это? От тебя. Откуда же еще? Я взял его из твоих мертвых рук, Игорь. Я? Что? Как? В реальности, в которой ты облажался, дружище. В одном из множества миров, пострадавших от твоих ошибок. Ты утверждаешь... Что пришел из другого... Что ты из другой... Ад, Игорь. Это ад. Ты даже не представляешь. Куда ты собрался? Обратно в мой долбанный мир, разумеется. Ты меня знаешь. Я предпочитаю сражаться до последнего. Погоди. Не упусти шанс, который я тебе дал, Игорь. Закончи начатое. Right. Musta talkkari kuoli. Все кончено, сынок. Закрой портал. Оборви связь, не дай этой сущности прорваться в наш мир. Ну же! Miten mä tuhoan sen?
Sitä ei vaan halua päästä irti. Пожалуйста. Есть другой путь. Просто отпусти меня. Я столько страдала. У тебя получится. Ты станешь тем, кем не сумел стать я. Станешь лучше меня. Пройди через портал и встреться с этим существом лицом к лицу. Исправь то, что случилось с Таней. Из-за нас обоих. Нет! Нет, не делай этого! Убей меня! Червона. Пожалуйста, просто убей меня! Покончи с этим! Чернобыль on valtaamassa maailmaa, että se on pakko tuota se portaali, jos halutaan niinku voittaa. Se on oikeesti niinku... Пора покончить с этим раз и навсегда. Если слышите меня, бегите отсюда как можно быстрее. Спасайтесь! Pääsee ulos. Issiä, mitään muuta. Спасибо, что указала мне правильный путь. Я этого не забуду, клянусь. Прощай. Теперь ты найдешь покой. Он так и не объяснил своим товарищам, что именно произошло на станции. Но после возвращения он изменился. Чернобылит полностью исчез. Его больше нет в зоне. Сталкеры Игоря вытеснили оставшиеся войска НАР, а некоторых даже убедили перейти на их сторону. Теперь они помогают самоселам, выслеживая тех немногих монстров, которые все еще бродят по округе. Оливер так и не получил возможности изменить прошлое и предотвратить засаду, из-за которой погибла его команда. Его одержимость почти толкнула его на темный путь предательства. Но он искупил свою ошибку, помогая Игорю с его миссией. И хотя Оливеру пришлось отдать за это жизнь, он действовал ради чего-то большего, чем он сам. И свои последние минуты он встретил стойко.
Несмотря ни на что, смелость и решительность Оливера никогда не забудут в зоне. Это странное место так и останется памятником сломленным героям со сложной судьбой. Жизнь Михаила всегда была полна насилия. Игорь никогда не встречал такого озлобленного, такого несносного человека. Но Михаил всегда был отчаянно честен и с собой, и с другими. Михаилом двигало желание отомстить за смерть своих друзей. Но общение с Игорем постепенно научило его ценить и человечность тоже. Несмотря на грубость Михаила, на черноту его души, Игорь привязался к этому нервному сталкеру и считал его надежным союзником. Михаил решил остаться в зоне и вместе с остальными защищать общий дом. Сашко всегда был известен в зоне как одиночка и отчаянный смельчак. Жизнь не баловала его. И со временем он научился полагаться только на себя. Его борьба с Нар началась с желания узнать, как погиб его брат Руслан. Но стремление Игоря найти Татьяну держало Сашко на плаву до самого конца. После событий в зоне он решил вернуться в Москву и выяснить всю правду о смерти своих родителей. Со временем он вернется в зону, в свой второй дом. Крестовый поход таракана против крысиного короля завершился. Он едва выжил в зоне и понимал, что его время на исходе. Теперь кто-то другой должен продолжить его дело и уничтожить зло на электростанции. Но таракан не боялся. Он ведь хорошо подготовил Игоря и остальных. Мы так и не узнали, кем на самом деле был таракан. Безумец, святой или шпион. Может, все они одновременно. Или никто из них. Но кое-что сомнений не вызывает. Старик был настоящим сыном Припяти. Его душа будет вечно парить над этими лесами и болотами. Когда все закончилось, мысли Ольги вернулись к ее матери и к судьбе самоселов. Она присоединилась к Игорю, потому что знала, что значит жить с дырой в душе, тоскуя по ушедшим. Тревожный подросток из Минска. Ольга и не думала, что однажды станет борцом за свободу. Но иногда обычная встреча, произошедшая в нужный момент, радикально меняет нашу судьбу. Жизнь — непредсказуемая штука. Ольга решила остаться охотницей и рейнджером в лесах Припяти, вселяя страх в сердца тех, кто хотел навредить ее людям. Как и многие до него, генерал Козлов совершил немало ошибок в погоне за хорошей жизнью. Война научила его, что потери и жестокость неизбежны. Она сделала его равнодушным к человеческим страданиям. Только благодаря своему племяннику Глебу Козлов рассмотрел возможность повести свою жизнь по новой траектории. Он понял, что некоторые победы обходятся слишком дорого. Козлов вовремя покинул Нар и доживал своей жизни в покое и созерцании, там, где даже Нар не могли до него дотянуться. Амбиции и нездоровые импульсы чуть не стоили Семенову жизни. Он был блестящим ученым, но так и не смирился с распадом Советского Союза. Даже не будучи убежденным коммунистом, он не мог справиться с возникшим хаосом, который так ясно отражал
пустоту его собственного сердца. Он погнался за мечтой о Чернобылите, в надежде, что его эксперименты положат начало новому миропорядку. В реальности он просто пытался заполнить болезненную пустоту в своей душе. Встреча с его бывшим студентом Игорем спасла Семенову жизнь. Хоть он никогда бы и не подумал, что такое вообще возможно. Перед лицом смертельной опасности он понял, что больше не позволит собственным демонам контролировать его судьбу. Он покинул зону, надеясь, что найти успокоение еще не поздно. Без интеллекта Семенова Нар распался и исчез. Большинство наемников были убиты тенями или самоселами. Столкнувшись с огромными потерями, инвесторы отозвали финансирование. Только пустые казармы и заброшенные лаборатории на территории зоны напоминают о том, куда приводят нездоровые амбиции, замешанные на человеческие страдания. Oli kyllä melkoinen peli, siis kesti aika pitkään pelata, tosi paljon hiippailua, kräftäämistä. Täydellisen outo skifitarina, tykkäsin kyllä. Tykkäsin oikeastaan kaikesta tässä näin. Et pystyn palaamaan takaisin entisiin valintoihin ja muuttamaan niitä. Sillain niin tarpeeksi pähkähullu. Idea kuitenkin loppujen lopuksi. Oli hyvä. Täytyy kyllä sanoa. Tähän on DLC:tä tulossa. Ne lisätehtäviä on puhaamassa. Niin kuin, jouluksi tulee yksi lisäosa. Ja ensi vuoden puolella ne on muutaman lisäosan suunnitellut tähän peliin. Mutta että siinä tulee niin kuin lisätehtäviä. Oli hyvä kyllä. Ääni näytetty täysin ja Unrealilla tehty, niin oli aika onnistunut. Etenkin toi kräftääminen, että sulla on muutama perus kräftäysitemi, mistä sä teet sitten niin kun monimutkaisempia juttuja. Ja se, että niin kun tukikohdan rakentaminen merkkaa ja se on hyvä, jos kumppanit tykkää. Niin ehkä niillä olisi jossain vaiheessa voinut olla vähän enemmän tekemistä niin kun niiden kyttyä. Kykyjä pitäisi niinku käyttää hyväksi, mutta oli oikein hyvä. Okei, ei ollut tota. Все кончено, сынок. Закрой портал. Оборви связь. Просто отпусти. У тебя пройди. Нет. Окей. Jos mennään портаалista läpi. Musta tuntuu, että tää on kamala huono idea. Одна инъекция адреналина спасла бы мою задницу. Почему ты не сделал ее, мерзавец? Моя жизнь была в твоих руках, а ты позволил мне умереть. Ага. Мы были партнерами, старина. Я всегда тебя прикрывал. Какого хера ты меня бросил? Заботиться о нас твоя задача, а ты позволил мне умереть. Ты облажался. Это тоже Ювальта. Речь, которую ты прочел на моих похоронах, была просто ужасной. Сплошная бессмыслица. Как тебе спится по ночам, мышонок? Я тебе доверял! Ты должен был всех нас спасти! Ты убил Костю, ублюдок! Моего Костю! Почему? Почему ты предал меня, мышонок? После всего, что я тебе сделал, ты выбрал Нар? Гори в аду, гребаный предатель. Казнить безоружного пленника, как какого-то бандита.
Не ожидал от вас такого, профессор Химиль. Это же невозможно. Все, что случилось, я это исправил. По крайней мере, часть. Ошибаешься. Ты думал, игра с пространством-временем не будет иметь последствий? Все, что случилось, на самом деле случилось. Но как? Я проходил через червоточины и... Путешествие во времени в том смысле, как их понимает Оливер, не существует. Ты не можешь изменить то, что произошло. Потому что каждое изменение создает собственный пространство-временной континуум. А время движется только в одном направлении. Энтропия. Каждый раз, когда ты принимаешь или отменяешь решение, ты перекручиваешь все измерение. Потому что ты часть меня. Сделан из того же многомерного вещества. Но я просто хотел спасти Татьяну. Да, свою мать. И пока ты пытался, ты разрушил множество жизней во множестве измерений. Упс. А все из-за животного импульса, из-за человеческой потребности иметь связь со своей родительницей. Так что вот она я. Я твоя настоящая мать. Чернобылит? Я бог! Нет. Бред. Бога нет. Ну это как посмотреть. Для паучка под твоим ботинком ты определенно бог. Разве нет, Игорь? Не называй меня так. Я не... Черт. Что такое? Кризис идентичности. Как сказано в одном стихотворении, дитя, отец человека, страх, который затуманил твой разум, вот что делает твое положение невыносимым. Страх? Нет. Я не боюсь, что... Страх узнать, что внутри твоей личности пусто. Там только хаос. Ты одновременно являешься и не являешься собой. Но не беспокойся. Я покажу тебе истину. А потом все остальное уже будет неважно. Чего ты от меня хочешь? Ты когда-нибудь задумывался, почему, несмотря на весь прогресс технологий, вы... Люди, так стремитесь к саморазрушению. Зачем вам разрушать собственную экосистему? Почему вы не можете перестать убивать друг друга и живых существ вокруг? Почему снова и снова вы жертвуете своим будущим ради краткосрочной выгоды? Если ты собираешься сбить меня с толку этой... любительской философии, лучше поищи другой способ. Большинство людей — самовлюбленные засранцы. Мне не нужен потусторонний разум, чтобы до этого додуматься. Так, а дальше что? Ты предложишь какой-то новый мировой порядок, который всех нас спасет? А я буду твоим пророком, который возвестит начало утопии, типа как в комиксах. Кто бы мог подумать, что ты такой нигилист? Но этого, наверное, стоило ожидать. Нет. Нового миропорядка не хватит, чтобы спасти вас от самих себя. Вы по природе своей
порочны. Да ты что? И почему же? Из-за страха. Страха перед собственным существованием. Страха перед чем-то незнакомым. Иным. Страха перед будущим. Я могу избавить вас от всего этого. Я могу помочь. Как помогла многим цивилизациям до этого. Как? Вы умеете жить только текущим моментом. Будущее пугает вас. И тогда вы совершаете вздорные, разрушительные поступки. Я верю. Теперь ты и сам это видишь. Стань моим орудием. Я очищу их от страха и слабости. Я преображу человечество по своему подобию. Я сожгу скверну в огненном шторме, которого не видывал мир. Я обращу все в пепел, чтобы возвестить истинное возрождение. Это какая-то мутная, старозаветная чушь. Ты боишься, что перестанешь быть особенным? И больше не будешь героем? Но ведь героизм в этом и заключается. Ты отправился на поиски исцеления для этого мира. Я и есть исцеление. Мы можем обмениваться остротами, сколько пожелаешь. Времени у меня в избытке. Но исхода не избежать. Мы с тобой связаны в самой сердцевине. Ты не можешь существовать без меня. Борьба со мной только утомит тебя и ничего не изменит. Ты будто рыбка, которая плавает по кругу в аквариуме. Ты хочешь выпрыгнуть, но без меня ты просто не сможешь. И вся твоя наука не поможет тебе. Так что давай оставим эту бессмысленную борьбу. Помоги себе и помоги всему миру. Прими меня. Okei, tässä voi vielä kieltäytyä. No, tää on huono valinta, mutta valitaan silti. Может, пора дать человечеству еще один шанс исправиться. Никто так и не узнал, как сложилась его судьба. Когда он исчез, полчища монстров прорвались в наш мир через ворота между измерениями, превратив Припять в вечную зону боевых действий. Обитатели зоны собрали всех, кто мог воевать, противостояли чудовищам, сколько хватало сил. Они никогда не покинут зону. Она стала их домом. Они все еще надеются, что однажды Игорь вернется и поможет им в борьбе. Чернобылит тем временем распространяется по территории зоны все дальше. И с каждым днем сражаться все тяжелее. Оливер так и не получил возможности изменить прошлое и предотвратить засаду, из-за которой погибла его команда. Его одержимый и хотя... Самат, текстит näistä.